Счастливых матуль, які нарадзілі дзетак у дзень маці, у Гродзенскім абласным клінічным перинатальным центры наведалі гості. Прадстаўніцы гарадской арганізацыі «Граднянчанка» грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» прыйшлі не з пустымі рукамі, а з падарункамі і віншаваннямі. Да слова, гэтай прыгожай традыцыі ўжо 9-ты год. Я думаю, эта традиция сохранится всегда. Вы знаете, чествование женщин, вообще чествование материнства – это одна из традиций, одна из фундаментальных основ нашей Республики Беларусь, о чем и президент неоднократно говорил, что мы поддерживаем материнство, поддерживаем семью, поддерживаем детей. И в этом залог нашего успешного будущего. У центра подеи матули, у их адрес теплые слова и им подарунки. До слова, 14-го кастрычника у перинатальном центре народили 15 пациенток. Многие из них отчули радость материнства у первый раз, некоторые у третий. Так, народжение долгочаканной дачушки у семьи Катерины для всех родных стало головным подарунком до пригожей календарной даты. Девушинку ростом 53 сантиметра, весом 3 килограмма и 350 граммов, батьки назовут Александрой. Рожаем в третий раз. Два мальчика, третья девочка, долгожданная. Очень ее ждали. Так скажем, подарили бабушке внучку единственную из 8 внуков. Что сказать, рады, счастливы, довольны. Очень все прошло хорошо, врачи замечательные, помогают очень. Девочки все, акушерки, все медсестры. То есть, ну, если бы не их помощь, конечно, было бы сложнее. Поэтому очень довольна, учитывая, что возраст уже и 36 лет, как бы нелегко. Но поэтому благодаря всем специалистам роддома очень рада и довольно. Встречаясь с мамами, мы, конечно, хотим их поздравить, но и хотим им немножко рассказать о том, сколько делается в нашей стране для поддержки семьи, обычной семьи с одним-двумя детьми или многодетной семьи. Это еще больше государство вкладывает и душу, и финансы в многодетную семью. И хочется, конечно, им об этом рассказать. Конечно, мы коснемся и медицинских аспектов, как растут дети, как надо их прививать. То есть мы разнопланово сегодня пообщаемся с мамой, услышим их отзывы о том, как им жилось во время беременности, как их принимали в родильном отделении, в перинатальном центре, как это дом, где получают мамы детей, а это одно из лучших учреждений нашей страны, достойных, развивающихся, постоянно инновационных. Поэтому я думаю, что сегодня праздник удастся. И, конечно, мы приехали с детьми, которые споют мамам песни и пожелают им тоже всего самого лучшего и, конечно, крепкого здоровья деткам и мамам.